Уважаемые коллеги, просит ваша помощь, агент Блю Босс. Человек Крэлли был обнаружен блуждающийся в вашем мире. Ваш уровень угрозы низок, но вам нужно быть осторожным. Миссия будет отправлена в специальный микрофон, изготовленный из белок антитролли. С уважением, Деприна. Я помню, когда я проснулся. Были все голоса в моем голове, эти ужасные голоса, которые заставили меня тронуть. То, что у меня в голове, это воспоминание из... Когда я проснулся, я ощутил печаль и одиночество. Все было так холодно, так одиноко. Никто не помог мне, никто не дал мне для меня. Я был так одинок. Но было кое-что, в чем я был уверен. Мне нужно найти ее. О, моя дорогая принцесса. Что я сделал? Я чудовище. Я заслуживаю смерти. Почему? Просто... Что? В чем проблема у вас двоих? В чем ваша проблема? Я скелет не мозга с обезьянным голосом. Почему вы оба не бежите? Если вы двое не беретесь отсюда прямо сейчас, как придется заставить вас? Поздравляю. Вы получили именно то, что хотели. Мое желание, все мои чувства бани. Все, что не имеет значения. О да, наконец-то я понял. В конце концов, все, что мне было нужно, было это все это время. Было так просто. Синеяйцевый мальчишка. Давайте немножечко потроллим. Стоп. Тролли. Я больше не могу это терпеть. Вас туда не спокойно страдать. Тролли. Папа? Что это было? Мой ребенок, где ты был? Я просто немного пошутил, мне очень жаль. Да не волнуйся, моя дорогая, ваше что-то было в порядке. Я люблю тебя. И тебя тоже, моя дорогая дочь, я тоже. Моя дочь. Что я сделал? Мне очень жаль. Мне очень жаль. Делай то, ради чего ты пришел.
от всей души я должен сказать спасибо, мой друг. Добро пожаловать! Добро пожаловать!